Приветствую вас. Я думаю, что наша задача как психотерапевта заключается в том здесь, чтобы помочь вам выражать то, что вам хочется. То есть не то, как вы должны были поступить. Вот. Потому что здесь, на мой взгляд, вы совершаете подмену понятий, говоря о том, что как я должна была поступить. Да никак, никак вы не должны были, потому что никто не должен, именно вот не должен поступать. Вот, все поступают так, как либо как должны, либо как хочется. Вот, и как бы очень важный момент заключается в том, чтобы вы поступали именно так, как вам и хочется, так, не так, как должны. Вот. Ну и несли ответственность за это полноценно. Вот. Поскольку вы стесняетесь, вот, поскольку вы тревожитесь, поскольку вы склонны себя подавлять, то этого не получается, этого не получается у вас, что, на мой взгляд, ну, вполне естественно. Вот. И работа, мне кажется, заключается основная в том, чтобы вам помочь, как бы, ну, раскрепоститься, да, условно говоря. Вот. Ну, потому что сейчас очень большое влияние оказывает на вас то, что там могут, условно говоря, подумать другие люди, да, допустим. Вот. И, соответственно, вам это очень сильно мешает жить. Вот. Ну, это корректируется, это исправляется. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы этого? Ну, то есть, хотите ли вы реально работать над собой, потому что сейчас, вот то, что вы спрашиваете сейчас, я могу себе сказать, что это вот путь никуда, потому что кто бы вам что не сказал бы, да, как вам поступать и что делать, вот, все равно есть ваша позиция. И вам надо свою позицию продвигать, вот, так или иначе, а не там, пытаться найти какую-то идеальную позицию. Вот, вот это дело. Вот это дело. И это главное. Знаете, главное именно то, что вас задело. Не то, что там кто-то чего-то хотел, кто-то чего-то не хотел, да? А важно, что вас задело. И если вас вот это задело, что бы это ни было, чем бы это ни было, вот, то, ну, нужно, как мне кажется, во-первых, наверное, признаться себе в этом, что вас задело, а во-вторых, решить, ну, вот, что вы будете с этим делать, вот, хотите ли вы с этим что-то делать, например, ну, то есть, вот, хотите ли вы как-то
значит, помочь себе, да, что ли, и так далее. Например. Вот. Потому что если хотите вы себе помочь, ну, это один момент. Если вы хотите себе помочь. Если вы, там, грубо говоря, не настроены на то, чтобы себе помогать, ну, к примеру, опять же, это другой момент. То есть, ну, вот, вариантов на самом деле много, как бы. А вопрос заключается в том, какой, там, условно говоря, путь вы выберете для себя. Вот, мне кажется, что важно. Вот, и, соответственно, уже, исходя из этого, вам нужно будет решать этот момент. Вот, ну вот, примерно так. Я бы сказал, примерно, в каком ключе я бы вам ответил. А дальше уже вы, я думаю, можете сами для себя решить, как и что делать. Вот. А я думаю, что вы в целом склонны вот к тому, чтобы накапливать негатив, да, я думаю, что вы в целом склонны к тому, чтобы копить какое-то вот, ну, неудовлетворение, да, неудовольствие. Вот я думаю, что вы в целом к этому склонны, и отсюда у вас такая вот агрессивность, вот, даже там, где, ну, в принципе, ничего страшного, может быть, и не было. Вот. Поэтому мне кажется, что вот в первую очередь нужно, на мой взгляд, да, вот, в первую очередь надо бы, значит, научить вас обращаться с чувством своим. Вот, чтобы вы, ну, умели это делать, вот, чтобы вы умели обращаться с своими чувствами, вот. Чтобы вы умели их выражать, вот. Ну так, максимально для себя, естественно, выражать. И дальше уже вы сами решите, как вам поступать. Вот. Поскольку сейчас вы склонны к тому, чтобы себя подавлять и ограничивать, да, не проживая до конца то, что вы чувствуете, ну, например, вот, по отношению к учителям, да, то, соответственно, я думаю, что, ну, вам будет сложно. Нам будет сложно сейчас вырабатывать для себя какую-то, ну, такую вот адекватную позицию, потому что объективно под давлением эмоций вот это сделать непросто. Поэтому в первую очередь обратить внимание на себя, на вот свой тюк. Дальше. Смотрите, ну, мне показалось, да, что вы не то чтобы чересчур много придаете значения
тому, что происходит. То есть я не хочу сказать, что чересчур много. Это вас волнует, я думаю, что это важно, но мне как бы мне показалось, что это как будто самое важное, понимаете? То есть мне кажется, что ну, должно быть что-то еще. То есть вас это волнует так, как будто это самое важное. Но у меня такое у меня есть ощущение, что вы не учитесь, ну, что вы как бы самоучебу и процесс обучения, процесс того, для чего вы в этом месте оказались, вы как будто бы его, этот момент очень сильно на задний план отодвинули. Мне кажется, это не очень конструктивный момент для вас, потому что вы подменяете одно другим, ну, вот в каком смысле, да, подменяется, то есть я имею в виду, что, ну, я имею в виду, что вы занимаетесь одним, да, а вот, ну, внимание, как будто бы обращаете немножко на другое, вот. И это, ну, не может не вызывать определенный диссонанс. Вот. Это вот то, что я могу вам сказать. Вот. Ну, как бы опираясь, да, на информацию, которую вы предоставили нам. То есть я не говорю 100%, что это правда, да, я не говорю, что я вот со 100% вероятностью не говорю, что я прав, вот. Но, на мой взгляд, как минимум вам об этом надо подумать, вот, как мне кажется. Вот. Если вы хотите, ну, действительно, там, свою жизнь поменять, да, если вы действительно хотите, чтобы что-то в вашей жизни изменилось, вот. Ну, решать в любом случае вам. Вот, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вот. Добавляйте интерес в вашу жизнь. Старайтесь, по крайней мере, это делать. Вот. И не откладывайте обращение к психологу. Вот. Вам нужна терапия. Вот, ну, потому что, на мой взгляд, очевидно, что вы переживаете некоторые сложности, вот, и очевидно, что вам тяжело, очевидно, что вам, ну, что вы не совсем, у вас не совсем получается выстраивать контакт, вот, с людьми. Ну, мне так показалось, конечно, я могу ошибаться, вот, но мне так показалось, вот, исходя из того, что вы написали. Вот, и, соответственно, в этом вам нужна помощь. Ну, понятно, что заставлять вас там что-то делать не имеет смысла, но вот высказать, допустим, свое мнение относительно того, что, ну, вам это
нужно вам это, необходимо, да? А вот это, я думаю, вполне в моих силах и вполне мне можно, как, ну, как специалист, да, как психолог. Вот. С точки, ну, с позиции, своего опыта, который у меня есть. Вот, я надеюсь, что вы к этому прислушаетесь и позаботитесь о себе. Вам это нужно. А на этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону.